Здравствуйте, друзья и гости моего канала. Начинаю серию видео, где можно перспективные места для установки капканов на куницу. Вот лес идет, вот болото. Вот там тоже лес. Перспективное место ставить капканы на куницу вот по краю этого болота. Вот оно длинное, с той стороны. Просто вы когда будете устанавливать капканы, вы если первый раз там плохо запоминаете, вы не потеряете, идите по краю болота и все. Вот куница ходит, такие места она любит. Видите, ельничек, там тоже ельничек. И такое болото, но тут еще идет болотный ручеек. Вот перспективное место. Сейчас я буду где видеть хорошие места перспективные, вам снимать, показывать. В своих коротеньких роликах. Ладно, до свидания, любви к вашему дому.